машине блаженство. Друзья, мы сегодня в Ульяновске, и сегодня у нас фестиваль окрошки, русская традиционная еда. Что будет дальше, не знаю, мы посмотрим, и мы начинаем наш репортаж. Хорошего вечера, просмотра вам. Давайте, окрошка ждет нас. И повара будут готовить. Вы увидели, что на столах уже все приготовлено, конкурсанты готовы ко всему. Там даже такой хороший способ, что у всех все одинаково. И поэтому, какая у кого окрошка будет лучше, тот и победит. Фестиваль окрошки в Ульяновске. Сегодня 15 августа 2015 года. Отдыхаем и окрошку нарезаем. Гости всех мы зазываем, блюдом нашим угощаем. Главный новость Ульяновска. Наш девиз «Непобедим». Приготовим, поедим. Наша команда газеты «Аргументы и факты». Наш девиз «Знает Инза, Ульяновск и Муловка». УАИФ – отличная окрошка. Я думаю, там будет лучший рецепт. Так, ну и здесь у нас. Кому слово? Кому? Тебе? Мы команда РЕН-ТВ Ульяновск. В общем, девиз простой. РЕН-ТВ вперед! Всех окрошка ждет! 2, 1! Отлично, друзья. Хозяйственное предприятие «Тепличное» предоставили наисвежайшие овощи. Всем достанется. Лучшую команду, самую вкусную окрошку. Сейчас там подводят итоги, все считают. Мне так бы стало смешно, как бы все народ ринулся брать окрошку. Не хватило тарелок, надо же. Хотя приготовили все много. Поэтому все будет отлично. И посмотрим, кто победит. Окрошка вкусная, кстати. Ням-ням. Дамы и господа, а те, кто не успели, мы не узнаем.